Ливни и снегопады обрушились на большую часть Ирландии, а также на ряд районов Соединенного Королевства. Непогоду принес зимний шторм Барра. Обильные осадки вызвали наводнение. Снегопады затруднили автомобильное движение. Скорость порывов ветра порой достигала 130 км в час. Без электричества остались десятки тысяч домов. Из-за удара стихии в школах были отменены занятия.